Выходим. Парус поднять! Поем, друзья. Есть среди нас скальды? В начале вражды между Хьотви и Жестот в юности помню я слыб. Онор уродливый. В мою 19-ю зиму конунг Стюрбьорн. Когда-то я ходил в море с вершителем битв по имени... Вот вам история, животы на дах. Был один безумец по имени Хрок, моих примерно лет, которого мы прозвали Грызуном за страсть собирать топоры. 20 лет он копил топоры всех видов и размеров. Ни разу он не сражался, но клялся Тором, что жаждет этого. На 31-м году, перебрав Эля, Хрок соблазнил чужую жену. Ее муж вызвал его на Хольмганг. Хрок принял вызов. В назначенный день разложил 12 топоров и спросил, который же из них взять, чтобы убить тебя? Расщепляющий кости? Начал он. Бородатый топор с рунами Сейда и рукоятью из английского дуба. Или поток крови? Продолжал он. Двуручный датский топор, что рассекает воздух, как стрела в полете. А может, двойных волкодавов? Рыкнул он, распаляясь. Грозную пару метательных топоров. Тут человек, что вызвал Хрока на Хольмганг, размозжил ему голову большим камнем. Хрок умер на месте, а его топоры потом раздарили. Тихо.
никого. Держи ухо востро. Thank you.
же ворона! Вечно в Вальгале, вот. Только с той стороны. Помоги мне, скорей! Сюда, на помощь! Добыча! Бери, не хочу!
не стоит привлекать внимание. Покажи мне все.
Нужно быть осторожнее.
Победе!
Тюнин, укажи путь.
Вермет, Брютайва! Вперед! Поднимай пару! Сигнал! Нужна песня? Расскажите что-нибудь. Одна женщина по имени Наль привела корабль в Форнбург и пожелала видеть конунга Сигвальди, отца Стюрбьорна. Наль пришла из Гёталанда. Она была высока, сильна и сурова, и говорили, что от нее пахнет кровью убитых. Конунгу послали, а Наль пришлось ждать ответа целый день. Но она не жаловалась. Глядела на волны и пела песни. Ночь прошла, а Наль все сидела на берегу фьорда и пела. Швыряла с детьми камешки и улыбалась. К середине второго дня вернулся посланный конунгу Сигвальди вестник. Они стали тихо беседовать. Наконец, вестник отошел от Наль и сделал знак своим людям. Те быстро... Давай продолжим.
Thank you.
Если меня узнают, будет плохо. Самой гуще сидишь там, да? Omnum sesum. Ique ponte domino musco odia, nos mite nos incalte hostes. Thank you.
Patria ad emundationem propriae vitae eius terrenae terminales veluti, giro includi penitentia et per peccatum enim. Обожаешь кусты? Не время спать. Постой! Господи, что стряслось? В кустах прячешься.
Сюда! Ugh!